Всем привет, друзья! Вот совсем недавно свой рабочий день начал зоопарк. У нас очень солнечно, очень тепло. Вон опять перекличка у лемуров. Я иду к ним. Обожаю этих малышей. У них недавно родился малыш, и иногда мамочка приходит показать малыша. В Ялте очень тепло, температура около 30 градусов уже. Сейчас около 10 часов утра. Вон, видите, наши любимые. Вон с малышом мамочка вышла. Вот, видите? Слева, вон, в лапках у нее на животе малыш. Оп, иди сюда, иди сюда. Она, может быть, нам сейчас с вами продемонстрирует своего детеныша поближе. А, какая красота. Идет, идет мамочка. Ну и что ты там замерла? Иди сюда, иди, моя красавица. Нет, тут подбирается папочка. Ох, и дружная семья. Вот, друзья, вот она, мамочка, пришла со своим малышом. Вот, видите, так близко. Красота. Да, вот твой маленький, да? Ой, что там? Ох уж это. Красивая мамочка. Друзья, вот пока она увлечена чем-то съестным, смотрите, малыш прицепился, присосался. Классно. Так что у нас, друзья, снова счастье, видите, пополнение. Малышей очень много в этом году. А у лемуров это уже второй. В одной семье малыш уже значительно подрос и сам бегает. И вот во второй семье тоже малыш, который вот совсем недавно проснулся. Ох, какая любовь. Все идут поздороваться. Напомню, у лемуров матриархат. Самочка главная. Вон, малыш тоже уже знакомится с окружающим миром. Вот так вот. Так что, друзья, пальцы просовывать нельзя. Слышу комментарии посетителей и раздаю свои советы. Друзья, ну а я иду дальше. Приезжайте в зоопарк «Сказка» и общайтесь с этими потрясающими животными. Всем хорошего дня. Пока.